Бывает так, что путь до цели становится интереснее, чем сама цель. Дурманящий запах горькой полыни, молниеносный взмах крыльев вольного сокола, горячее прикосновение полуденного солнца, резвый галоп степных лошадей и бодрящая свежесть свободного ветра. Это все то, что переливается алмазным сиянием в ожидании тех, кто сумеет оценить красоту мира вокруг. А божественное величие святых мест – это источник вдохновения для открытия нового и прекрасного в душе каждого из нас. Чтобы замечать чудеса жизни, нужно научиться слышать свое сердце и еще владеть искусством видеть, чувствовать и находить тот самый момент. Ведь именно из таких тонко подмеченных моментов и собирается ожерелье из особых ощущений, которые потом хранятся в сокровищнице наших воспоминаний. А чтобы понять, каким кладом мы обладаем, иногда достаточно просто остановиться и насладиться его разнообразием. И главное помнить, что жизнь начинается тогда, когда мы выходим за порог.